Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Технобар Плюс. Сегодня играем снова в лотерею «Русское лото». Надеюсь, что мне повезет. Новинка у нас сегодня довольно-таки неплохая. Это новинка 2023 года, а именно лето 2023 года. Надеюсь, друзья, что мне повезет. Желаю удачи, чтобы у вас все было так же хорошо, как в лотерее, так в жизни, так и здоровье. И в семье, соответственно. Главный приз здесь... Я так понимаю, 30 миллионов, но 420 миллионов в призах. Как-то так. Друзья, по игре что у нас? Бонусная игра, стираем. Возможно, какой-то бонус попадется. И, как я понимаю, что-то тут как бы несколько из 4 пунктов состоит. Стираем защитный слой игра. Если вы обнаружили хоть один из символов 1х, 2х, 4х, 5х, то вы выиграли размер выигрыша равной сумме, указанной в окне с выигрышем. Ну, 2 по 300 и так далее, там, вы поняли. Если у вас несколько выигрышей в поле игра, сложите их. Сотрите защитный слой бонус. Если под защитным слоем указана денежная сумма, то вы ее выиграли. Так, ну начнем с бонусов, друзья. Хочу бонусов. Без выигрыша бонус у нас. И второй бонус без выигрыша. Ну, бонусы видите, как обычно, в своем репертуаре. Ну да ладно. Смотрим, ищем эти иксы. Плюсы, иксы. Так, по иксам пока что чисто, друзья. Ну, такая себе, знаете, хреновенькая лотерея. 300, ее стоимость 70%. Друзья, ну это какой-то бред. Я уже сколько раз ее брал, все чисто. Показываю вам. Никаких 1х, 5х, 2х, ни хренашечки нет. Как-то так, друзья. Ну, что ж, такая вот сегодня игра. Я желаю всем удачи, чтобы таких у вас билетов не было. А чтобы их не было, обязательно подпишитесь сейчас прямо на канал Технобар Плюс, прожмите лайк, прожмите колокольчик и напишите свой комментарий, друзья. Смотрите видео на канале Технобар Плюс, применяем VPN-сервис. Это очень помогает каналу. Я, как обычно, всех обнял.